Ладно, Паркер, приступаем к тренировочной фазе твоего испытательного срока в Красной Фракции. Если ты выживешь, я буду рад помочь тебе повести повстанцев против Альтера, когда придет время. Некоторые из дверей открываются, когда ты к ним подходишь. Другие, как, например, этот шлюз, открываются после нажатия кнопки. Если кнопка не сработала, дверь не открывается. Чтобы открыть ее, тебе придется найти карточку доступа или панель управления. Не забывай следить за индикаторами в левом верхнем углу экрана. Внешнее кольцо – состояние твоего скафандра. Если она дойдет до нуля, при выходе наружу тебе не поздоровится. Внутреннее кольцо – твое здоровье. Если оно дойдет до нуля, тебе крышка. Научись карабкаться по лестницам, балкам и заборам в скафандре. Привыкай к этому звуку. Когда мы выступим против Альтера, ты его еще не раз услышишь. Зайди в комнату охраны и научись пользоваться мониторами. Представь, что на месте этих бочек охранники. Перестреляй их из этой пушки. Здесь больше не во что стрелять, Паркер. Иди дальше. В комнате слева от тебя находится медик. Медики лечат любого раненого, даже повстанца. Я могу помочь вам. Иди к медику, и он перевяжет твои раны. Дайте-ка взглянуть. Вам не нужна моя помощь. Возвращайтесь, когда вас подстрелят. Вам нечего жаловаться на... Вы здоровы, не мешайте мне. Возвращайтесь, когда вас подстрелят. Если тебе нужно спрятать труп, подбери его, отнеси куда-нибудь в сторону и свали на землю. Если ты ранен или твой скафандр поврежден, поищи медпакеты и комплекты для ремонта скафандра в контейнерах, аптечках и ящиках. Похоже, эта дверь сломана. Проползи под ней. Научись перепрыгивать через небольшие препятствия. Будь вежлив
и этот шахтер откроет тебе дверь. Вперед, Паркер! Нравится машина? Мы выкрали ее у Альтера. Поупражняйся в вождении на случай, если во время восстания тебе понадобится транспорт. Поупражняйся в запуске торпед. Из амфибии и поднимайся по лестнице. Открой оружейный стенд и возьми пистолет и снайперскую винтовку. Индикатор справа вверху показывает, сколько боеприпасов у тебя осталось. Осторожность никогда не помешает. Спрячь оружие в кобуру. Пушки обладают свойством пугать людей. Иди вперед! Я останусь и прикрою тебя! У меня свое задание! Иди вперед! У меня свое задание! Выбери цель и попрактикуйся. Разбей все бутылки. Здесь больше стрелять не во что, Паркер. Иди дальше. Открой окно сообщений и прочитай мои послания. В этом окне автоматически сохраняются полученные сообщения. Это стекло нельзя разбить. Попробуй выстрелить в него. Выстрели в стекло, чтобы разбить его. Используй их, чтобы пробить дыру в стене, помеченной крестом. И поздравления! Ты прошел курс тренировки Красной Фракции!